Сегодня, 1 октября, во всем мире отмечается День пожилых людей. Считаю, что забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства и всего нашего общества. К сожалению, многие из пожилых людей сегодня одиноки, беспомощны и бедны. Они нуждаются не только в медицинской помощи, в лекарствах, но порой просто в элементарном уходе, в помощи, которую нужно им предоставлять в быту. Помочь им – это наш долг. В последние годы мы занялись вопросами социальной защиты пожилых людей. Заметно выросли пенсии. По данным на 1 июля текущего года, пенсия по старости составляет более 8 тысяч рублей. Хотя, что скрывать, пенсии пока все-таки невелики, если сравнивать с развитыми государствами. И в перспективе они, конечно, вырастут. Каждый из нас, независимо от того, где мы работаем, какими мы финансовыми возможностями обладаем, может что-то полезное сделать для пожилых людей.